Суцик мокрий. Путю. Боня, путю. Ай, космар какой! Енот загрызун. Слушай, она мне майку напоминает, как она вот играет. Енот загрызун. Ай. Бонечка номер два. Это не злая Зенсина, это другая Бонечка. Утришь, а это так и не дает себя трогать. Я тебя кусну. Бонь, скажи ей, Бонь. Ай, скажи ей. Бонька, скажи ей. Ну, Бонька, скажи ей. Эмка говорит, я что-то не поняла. А ну, иди сюда. Эмка доводит всех, короче, потом они кучей собираются, начинают ей люля кебабов развешивать, она начинает орать, залазит в тазик и на всех кидается, короче. У них тут свои войнушки. Санечка, здравствуй. Ой, Степочка, вон он идет. Санечка. Саня. Он даже кусается аккуратно. Степочка. Степашка, там твои ради... Глянь, гелик дрыхнет, походу, или нет? Да. Нет, это не гелик. По-моему, это этот, Арсений. Арсенька у нас осмелел. Мишань. Не, Миша, ты кусаешь. Арсений у нас осмелел. Приходит в этот вольер, из того вольера, и спит наверху на домике, даже не убегает, короче. Славик, не дам я тебе тапок. Опа! Да это что было такое? Ага. Лохмы повыдербать не хотела. Мишаня, подсадить тебя? Не-не-не, я после вчерашнего с тобой не разговариваю. Ага. Ну, давай, няню-ю-ю до крови цапнул за руку. Думала она у присяду? Него. Присядь, говорит. Поближе. Поближе, говорит, садись. Миша, алло. Поближе садись, скажи. Да ты, говорит, иди сюда, я тебе на ушко скажу. Ля-ля. Папа Миша пришел, присел, ага. И царица пришла рядом. Ну, что ты, говорит, смотри. Вот так, я скажу, вот так. Пожалуйста, погладь, почеши, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так, дулю. Вот, Маш, вот так вот любовь и проходит, да. Ты ласки просишь, а тебе дули показывают вот такие вот. Эй, Миша. Папа. Приемный, что ли? Не родной, наверное. Маш. Да не, вроде родной. Почесал. Еще. Дратуйте, товарищ. Что за рот большой? Ай, большой рот. Ай, Миша. Ай, Мишка. Он не умеет играть. Юль, он с детства не умеет играть. Он и в детстве не умел играть, он сразу хапал, короче, поэтому... И мы же его пытались, это, когда Витя один был в доме, мы его пытались, чтобы он в доме жил маленький, заносили. У него истерика, короче, была. Вот. А нет, тогда они с Ракелью были. И его психи прям крыли, вот он прям... Вот, я не знаю, Юлька даже так не психовала, как он. Никак у него не получилось. Начинаешь играть, другие играются, а он кусается, короче. Поэтому вот он неумеха такая у нас. Вчера ребятки, которые мячики привезли, как раз сегодня писали, что Мария – это любовь. Я говорю, это царица у нас. Да, Мария? Только на солнце лежит она. Ага. Тепловой удар треснет. Блин, вот бы этих объединить всех, а? Вот открыть бы им этот еще вольер. Тут дверца есть у нас? А если бы они дружили. Приеду, открою. Да?